только проснулась, а уже устала. Сейчас даже не 7, сейчас 6 утра. Я обычно так рано вообще не встаю, но сегодня в универе проводится Orientation Day. Я студентка уже второго курса университета Инха в Ташкенте, факультет логистика. Кто не знает, Orientation Day — это день перед началом учебного года в колледже или университете, где проводятся различные мероприятия для приветствия новых студентов. У нас на ориентейшене проводится приветствие всех клубов. Клуб чирлидеров, в который я сама вступила на первом курсе, баскетбольный клуб, мюзик-клуб и другие. Кратко объясняется университетская жизнь, правила, даются некоторые советы. Также это возможность впервые увидеть универ для тех, кто не был в нем ранее. Это мероприятие также помогает первокурсникам завести новых друзей, а также поддерживать связь не только со своим курсом, но и со старшими курсами. Изначально я планировала учиться в Эсмистре, но документы я также подавала в Губкино, Плеханово, Инха, Вебстер и другие университеты. Экзамен в ЭСТ у меня проходил на 2 недели раньше до экзамена в Инха, поэтому я переживала, что ответы выйдут в разный период, но обстоятельства сложились так, что ответы вышли почти одновременно, и, обдумав свое решение, я решила учиться в университете Инха. И так как все проходило в онлайн-режиме, я ни разу не была в университете до начала учебного года. Поэтому ориентейшн мне очень сильно помог. Я впервые увиделась со своими девочками, узнала много важной информации и, по крайней мере, запомнила, какой корпус A, а какой корпус B. Сегодня на ориентейшне я в качестве фасилитатора. Фасилитаторы — это люди, которые будут руководить первокурсниками в универе во время ознакомительного дня, отвечать на вопросы первокурсников и рассказывать о структуре универа. Вообще, это так классно осознавать, что год назад я была фрешменом, ничего не знала об универе, пришла на ориентейшн и попала в группу к лучшим, как я считаю, фасилитаторам. А в этом году я сама уже в качестве фасилитатора. Вообще в универе мне нужно быть в 9, но я живу в другом конце города, и чтобы успеть сделать все свои дела и доехать, к слову, дорога занимает примерно 40 минут, я вынуждена вставать на 3 часа раньше. Мне нужно потихоньку краситься, собираться, иначе я опоздаю. А пока я вам предлагаю посмотреть, как мы готовились к ориентейшену. Ладно. День до ориентейшна. Главные герои. Это любовь, я считаю. Немножко, да. Справа 10, слева 5. Я уже накрасилась. Осталось только выпрямить волосы. Может быть, сегодня будет это намджа чингу и сайо. А пока что в сайо. Мы кого-нибудь найдем. Не стараюсь, они такие красивые. Знаете, да? Если Настя красивая, она собирается кадрить парней. Мальчик. Любого возраста. Все, у меня кто-то всерьез. Хочу кофе. Я хочу кури с сыром, а ничего нет. Что, Юля? Это... Я не знаю, зачем. А что они делают? У них это энчантикс какой-то получился. Давай. Раз, два, три. Дима Биланы, блин. Нам часто говорят, что мы очень похожи. Сестры. Правда ли это или нет? Да, у меня уже мандраж, тут очень много людей.
меня такое чувство, что забыла весь танец. У меня такое чувство, что мне страшно. Это просто за кулисье этот, фасилитаторов. Все думают, что мы там этот сидим, да? А тут мы вон, под стульями. Да. У нас не хватает стульев. Да. Якуля пришла нас поддержать. Что мы делаем? Сидим. Сели на пол, да. А вот там сверху сидят фрешки. Мы под фрешками. Прогнулись. Мы тут хорошо устроились, я сижу на Алине. А я сижу с Юлей. И обнимают меня. Обнимашки. Да, кстати, мне удобно сидеть на одной ноге. Она всегда вот хейтер какой-то. Хейтер. Ассаламу алейкум. Good morning, dear students, dear freshmen, with your permission, I will speak in Uzbek. Меня уже ноги затекли. Ложились на Алине. Конечно, это такая мягкая. Да, ты мягкая. Там удобно. Нам сейчас вообще пофиг, где лежать. Лишь бы полежать. Чтобы вы поняли, еще ничего толком, в принципе, не началось. Просто администрация объявляет все это. И... я качаю пресс. И просто мы лежим на полу. Мы еще не выступили, а я хочу кушать. Вон, отсюда кушать. So now will be, I think, one of the most interesting clubs of our university. It's dancing club. So let's invite head of this club, Marina, please come here. Hi everyone, my name is Marina and I'm the head of cheerleading team Alphenix and the dance club as well. Today we are glad to invite you to become a part of our dance community. So we're gonna show you a small piece of our future performance to make you feel this vibe. Отправили забрать наших. Делим фреш. Страшно видеть. Фрешей, фрешей. Мне очень интересно, кто-нибудь останется здесь из моих. Ой, зачем ты так снимаешь? Это наши группы. Будет нас вести статистику и экономику. Да. И он глава нашего факультета. С ним лучше подружиться. У нас месяц учебы и спорт у нас. Ну, у нас мало оказывается, всего 90 человек. Ну, как нас, в принципе. Все заходим. Да вообще, что происходит? Почему у нас почти 150, да ладно? Ой, можно мы чуть-чуть? Наша группа. Мы вышли с блока B и ведем нашу группу в блок A. Огромный, длинный, получается, кабинет, у нас проходил мид-экзамен, да. И файнал. Мы потеряли своих.
Может, он не выйдет, а не очень, а? Коммуницировать со всеми, учиться знакомиться и привыкать к одним людям. Но как бы, это все не точно, даже у нас, допустим, нас не мешает. Алина, какой вы слушаете? Да. Конечно! Вот Дима Сова перескила! Полина сказал бесплатно, да? Я хочу кушать. Да, я тоже хочу кушать и пить хочу ужасно. О, танец! У нас объединение, наконец-то мы закончили экскурсию и кушаем! Я такую не хочу. Кушаем, ребят, кушаем. Мы поели, мы стали добрее. Я поела один кусочек пиццы. Я так устала, мне кажется, не знаю, я сейчас приду и просто вырублюсь сразу. И Инесса фасилитатор, который говорила, нельзя сидеть на подоконниках. Ну, пока это можно немножко, да? Почему это выглядит как в фильме ужасов? Посмотри. Инесса, сделай что-нибудь прикольное. А, нет, вот, все, уже прошло. Каково вам быть фасилитатором, Инесса? Класс, только мне не понравились те, кого я проводила. Где красивый корейцы? А тебе, Эми? У нас был гэнгста-пацан. Да, ничего. такой сеттоном. Сколько стоит ваш лук? Помятый лук. 10 долларов. Ну-ну. 15. Много первокурсников у нас? Первокурсников много, кстати. Ты про девочек спрашиваешь или мало? Одна кореяночка есть. Девочек мало. Две даже кореяночки. Ну, айтишники, да? Нет. Логисты. Логисты, Макс, ты же с ней общался. Я ее знаю. Ой, какой он веселый сразу стал, ребята. Ой, девочки, вот она. Приятно, Макс. Кажется, мы сдохнем. Мы пришли Макс кушать. Он просто, короче... У нас будет десертики. Да. Хочу. Инесса уже кушает чизкейк. Нет. И тут тоже чизкейк. Что, поперекся на шестой? Он такой, ну все равно в понедельник на ремонт выйдешь. Мы едем к Инессе, у нас девичник. Я не понимаю, зачем они ко мне едут, если честно, ну ладно. Она не гостеприимная. У нас рамен, могу рамен. Мы едем к Инессе сплетничать. Снова обсуждать все и вся. Да. Мы идем к Инессе. Где дым бы и я? My own posterior, I don't give a fuck who talk behind my back. The bitch knew better than to let me hear. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shit. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shit. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shit. Hands on my knees, hands on my knees, hands on my knees, shaking ass on my thigh shit. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shit. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shit. Hands on my knees. Попрощались, пока. Я жду такси, чтобы наконец доехать до дома. Вообще бесстрашная мадам, потому что у меня 10% зарядки. Пауэрбанк у меня сел, и еду домой. На такси, на Яндексе. Лишь бы мой телефон не сел. Я наконец добралась до дома. Сейчас 8:30 вечера. Просто Юля, которая вышла в 8 и приехала 8:30 вечера. Зарядка у меня не села, слава богу, я доехала нормально. И, наверное, это будет конец влога. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что будет еще больше влогов с универа, да и вообще. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю.